Мхитарян дебютировал за миланский Интер. Футбольный клуб Интер в Швейцарии провел товарищеский матч с Лугано и победил со счетом 4-1. Армянский футболист вышел на поле в стартовом составе и отыграл первый тайм. Мхитарян, как и ожидалось, был не в лучшей форме. Задержка состояния очевидна. Последствия травмы, которые заставили его начать осторожно, дают о себе знать, и армянин изо всех сил пытается войти в игру. Некоторые попытки играть, но ритмы еще не достойны его славы, как и следовало ожидать. Нужно работать, чтобы восстановить идеальное состояние и взять на себя роль, которую ему доверили во время подписания. В следующем матче Интер 16 июля примет Монако.